Всем привет! Сегодня у нас 9 апреля 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ нового видео для вас. Вот подошло время для второй обработки абрикоса. Абрикос вот только-только отцвел. Некоторые цветочки еще там есть открытые. Ну, это буквально там 3% из 100. То есть сейчас очень важно пройти вторую обработку абрикоса от грызуче-сосущих вредителей и от грибковых заболеваний. От таких вредителей, как тля, и от таких болезней, как маниальный ожог. Это очень важная обработка. Не следует затягивать с этим, потому что наш абрикос начнет поражаться этими болезнями, начнет угнетать болезнь, угнетать грызуче-сосущие, таких как тля. И в дальнейшем наш урожай будет уже хужего качества или вообще не будет. Кто не видел первую обработку абрикоса, чем я проводил, я оставлю под этим видео в описании ссылку. Кому интересно, кто не видел, можете посмотреть. Работать буду тремя препаратами. Два фунгицида и один инсектицид. Вот данные препараты: NGO, Horus и Score. Эти три препарата буду смешивать в 10 литрах воды и проводить обработку в безветренную погоду. Утром или вечером. Очень важно проводить обработку свежеприготовленным раствором. Это дает наилучший результат. Я надеюсь, что это видео было полезно вам. Обрабатывайте свой сад и будете всегда с хорошим урожаем каждый год. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.